Добрый день. Сегодня хочу показать, как получается регулировать зазоры в автомобилях, когда есть труднодоступное место, то есть долезть ключом или еще чем-то нельзя. Зазоры, получается, на этом автомобиле на впускном распредвале должны быть примерно от 0,21 до 0,25. Для того, чтобы правильно установить зазор сам по себе, нужно, получается, установить его по максимальной высшей границе. То есть здесь 0,25, нам должно быть до 0,21. То есть мы берем щуп 0,25 в этом случае. Вот этот щуп, он тоже должно быть видно. Так, где-то вот так, да? Да, видно. Берем щуп 0,25 и проверяем вот в этом цилиндре. Вот в этом клапане. Другой клапан в норме, а этот проверяем. То есть вставляем щупчик и смотрим, что он болтается. Ну, капец, как болтается. Вот. Просто легенько совается. В этом случае устанавливаю его назад. Ключом сюда долезть очень тяжело. То есть берем трещоточку и отжимаем затяжечку. Потом берем отверточку. И получается, крутим ее по часовой стрелке. Она должна остановиться. Легенько пальчиками останавливается. Это будет тот требуемый зазор, который нам уже нужен. То есть ставим его вот так, она остановилась. Потом берем и зажимаем с требуемым усилием. Потом вытаскиваем щупчик на 0,25, он будет тяжело идти, но зазор будет примерно 0,25. Берем для проверки щупчик на 0,23 и опять же проверяем. Он сюда заходит прямо беспрепятственно, отличненько, правильный зазор в том допуске, который нам нужен. Показываем, почему нельзя сюда долезть. Вот ключом как-то вставить его сюда вообще никак. Вот в этом случае будет правильная регулировка с правильным зазором. И при этом все регулируется зазор. Не забываем, когда кулачок не нажимает на рокер и на коромысло. То есть вот здесь он находится. То есть когда он не жмет. Вот в этом случае получается правильная регулировка без лишних вопросов. И сжато короткое время. То есть зазор получается обалденный. Так что всем удачи, всего хорошего. Быстро и четко регулируйте. Пока!